Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, мои дорогие. Сегодня хочу с вами, не знаю, похвастаться или посоветоваться. Ну, одним словом, помните, когда я заказывала по сайту, какой-то сайт мне начал писать парфюмерию. И вот я купилась на эти объявления, на эти скидки, заплатила деньги, и мне прислали, я как-то не посмотрела на новой почте, что это, и прислали абсолютно то, что не соответствует действительности. Я была, честно говоря, этим очень разочарована. Я, конечно, добилась, но это стоило мне нервов для того, чтобы мне вернули деньги за один парфюм. И здесь случайно, абсолютно встречаю я в городе свою подписчицу. Она меня сама затронула и говорит: «Аллочка, так, туда-сюда, сюда. Как вы относитесь к парфюмерии?» Я говорю: «Ой, эти интернет-магазины, я даже не хочу ни рекламировать, ничего, потому что я знаю то, что я уже на этом купилась. Дешева рыбка, дешева юшка». И вот она начала мне рассказывать, говорит: «У меня вот занимается сын в фирме в Запорожье, прекрасная парфюмерия». Это, ну, я говорю: «Ну, вы знаете что, ну, просто ради уважения к тому, что вы моя подписчица». Она говорит: «Я сама не люблю вот это вот рассказывать и говорить на черное-белое». И она мне дала координаты. Короче говоря, связалась я с этой компанией в Запорожье, и они мне так и так, ну, по блату, не знаю как, и говорят: «Вы не переживайте, мы вам пришлем, вы посмотрите». Сразу скажу, что я не платила денег, там сейчас очень большие скидки, и сказали, ну, что это парфюмерия 100% французская, и я заказала то, что там такие названия, которых я же не могу понюхать на расстоянии. Те парфюмы, которыми я пользовалась, то есть я заказала 2 мужских и 2 женских. Так что так они мне сказали: «Пожалуйста, вы можете выбрать». Я выбрала 4 парфюма. Поэтому сегодня заехала, пришло сообщение на новую почту, и вот такая коробочка мне пришла. Ну, коробочка, я так поняла, что они духи получают из... Я заходила на сайт, честно скажу вам, и читала это все, потому что мне нужно было выбрать что-то. То духи они вроде получают с Франции, но просто единственное, что то, что я прочитала на сайте, что они, у них своя упаковка. Так что, мои хорошие, я сейчас найду листок духи, которые я заказывала, и посмотрим, как оно. Ой, это, наверное, не на этом листке. Ладно, я найду, где оно, что. Ну, короче, вот такая вот посылка. Эту посылку, будем говорить так, я заказала. Мне очень тяжело убедить в обратном. Вот если я уже раз обожглась, то, как говорится, знаете, на молоко будешь дуть. Но так как это моя подписчица, очень такая нормальная женщина, и захотелось мне поддержать, как говорится, ее ребенка, я сделала этот заказ. Ну и, конечно же, я расскажу, и это будет как реклама. Ну а плата за рекламу – это те парфюмы, которые мне прислали. Я сказала сразу, что я врать не буду, я буду говорить обо всем честно. И эти люди так и сказали, что да, нам не нужна похвала, нам не нужно там какие-то, знаете, оды. Мы хотим, чтобы вы сказали так, как оно есть. То, что я и собираюсь сейчас сделать. Я открываю посылочку, достану и все вам покажу. Чтобы не занимать ваше драгоценное время, я это все сделаю как-то без камеры. Посылка, конечно, не открывается сверху. Здесь все запечатано. Я сейчас достаю, чтобы вы не сказали, что это обман. Вот одна бутылка. Вторая. Третье. Ой, они мне еще, наверное, подарок для розыгрыша прислали, ребят. Да, они прислали мне еще одну коробочку, смотрите, даже 2. А может, просто здесь другое название. Смотрите, какие коробочки. Просто я понимаю, что эта фирма знает, сколько стоит реклама на канале. Поэтому, а вот это, наверное, мужское. Заказывала 2 женских и 2 мужских. Вот так все это упаковано. Сейчас я постараюсь, конечно, смотрите. Так, написано Made in France. Лучшее люкс качества на рынке Европы. Мы являемся поставщиком французской парфюмерии №1 в Украине. Премиум качества со стойкостью 24 часа. Центральное производство находится во Франции, в городе Грасс, мировой столице парфюмерии. Так, вот, пожалуйста, де парфюм. И вот здесь есть пломба. Где ножик? Ой, сейчас, одну секундочку.
Спасибо вам большое, что вы прислали мне, как говорится, чуть-чуть больше. Это делает, конечно, комплиме вашему, вашей фирме. И вот, ой, как коробочка пахнет. А как же называть название? А, вот есть тут Килен. Килен. Это, по-моему, мужское. Ой, пахнет хорошо, ребятка. Ой. Не знаю, может, и не чистая Франция, но пахнет. Это мужское. Ой, как хорошо. Я название вам скажу потом, ребят. Ой, как хорошо пахнет. А ну-ка, я сейчас просто для эксперимента открою. Плохо, знаете что? А может, где-то есть здесь? Может, я просто не вижу? Так. Названия нету вот здесь на коробочке, а название есть на бутылочке. Я сейчас найду то, что я заказывала, и вам скажу. Так, а ну. Оригинал французской модели Франце. Так. О, Арман Бази. Вот Арман Бази я заказывала. Сейчас, секундочку. Ой, как хорошо пахнет. Ой, супер. Знаете, у меня Арман Бази очень любит Лена. Она, это ее были раньше любимые духи. Вот она придет ко мне сегодня в гости, я просто вот в кадр ее возьму, чтобы она сказала. Единственное, знаете, что я могу на данном этапе сказать? Что не шмардит вот этим спиртом. Спирт не шмардит. Очень приятно, очень. И очень близко. Карман Бази очень. Ой, какая красота вообще, ребяточки. Супер. Единственное, я же еще раз скажу, что плохо, что мне надо будет открывать все коробочки, чтобы найти ароматы, те, которые заказывала я. Но я аккуратнее. Ой, как пахнет хорошо. Молодцы, просто молодцы. Вот видите, я, как обычно, мнение свое не меняю, но вот, судя по этим двум ароматам, это не сравнить с тем, что я заказывала через какой-то там интернет-магазин, я уже даже не помню. Так, что это? Calvin Klein. Ух ты, ёлки-палки. Вот здесь пишется, видите, вот название. Так. Надо кофе, конечно, уже взять, потому что уже у меня потерялся нюх. Ребят, я не знаю. Знаете, на заборе написано большими буквами, а там дрова. Здесь на сайте я прочитала, и у меня была неуверенность, что вот они пишут с Франции, что 24 часа стойкость. Ребяточки, запах, ну просто нету вот этого спиртяги. Я не хочу тень на плетень наводить, но... Ой, тоже прелесть, прелесть, прелесть. Это то, что я заказывала. Так, значит, я пока нашла вроде бы три парфюма, которые я заказывала. И я хочу просто, вот придет Лена, независимый эксперт. Я просто-напросто хочу, чтобы она вам сказала, как это, вот это ее духи, как ей именно эта косметика. Ой, это парфюмерия. Сейчас бешеные скидки, 250 гривен это стоит. Так, сейчас я еще посмотрю. Видите, как я как женщина. Лишку прислали, и все равно. И я вам скажу спасибо вам большое, что вы мне, я не знаю, сколько мужских. У Сережи был день рождения. И вот как раз я ему подарю одну мужскую воду. Calvin Klein. Вот мэн. Мужской. А это тоже мужской был или нет? Вы не помните, я вам называла уже Кельвина. Нет, это такие. Вот это, по-моему, мужская. Так, ну это вот мужская вода. Сейчас мы ее нюханем. Димка мой любит такое. Ну, честно говоря, Calvin Klein я не сильно запах знаю. Я просто так пошла, что...
слышала, что это популярно. Запах приятный. Запах приятный мужской, но каждому мужчине нравится свой аромат. Так, сейчас, секундочку. Сейчас я еще одну открою. Я сейчас вспомнила, что я заказывала Хуго Босс. Я заказывала, потому что Виталька мой обожает Хуго Босс. И мы с ним в этом, в аэропорту нюхали. Сейчас я посмотрю, может, это оно. Нет, это Кристиан Диор. Заказывала я это. 15-й. Вот Кристиан Диор, я не знаю, почему я его заказала. Для меня он немножечко такой, знаете, как бы сильноватый. Но, наверное, я не пользовалась Кристианом Диором Sauvage 2015. Ну, оно разводится. Ну, такой, знаете, и приятный, и необычный запах, аромат. Все прекрасно. Я всем довольна. Единственный недостаток, что на коробке нету названия. Но я думаю, знаете что, они же, наверное, продают вот... Да нет, я же заказала по каталогу, и вот мне прислали, я должна открыть все коробочки, и теперь я уже не помню, где что. Я возьму сейчас, конечно, ручку и напишу ручкой, но ароматы классные. Боже, как я уже пахну, я уже не пойму ничего. Сейчас открою последнюю коробочку. Последнюю коробочку, чтобы... Тяжело открывается. Запечатано все так, что так просто не откроешь. Посмотреть, это Хуго Босс или нет? Нет, это Том Форд. А может, Хуго Босса не было, ребят? Может такое быть. Ну, все эти парфумы, даже которых я не знаю, вот Том Форд, может, это как призовой был, не знаю. Может, для того, чтобы кому-то я подарила из-за своих знакомых, подарила своим детям или, например, даже своим подписчикам, то я просто посмотрю на сайте, что это за духи, на сайте этой же фирмы. Ну, уже я не могу нюхать, потому что у меня... О, это хорошо. Вы знаете это? Ой, какой интересный запах. Первый раз слышу такой запах. Я не знаю этого. Том Форд. Чем-то, знаете, как чуть-чуть далекая нотка фенхеля. Я не знаю, может, это мое мнение. Но приятно. То есть я разберусь, где женское, где мужское. Прямо сейчас зайду на сайт. Но, ребята мои, мне нравятся ароматы. Мне нравятся ароматы, что они не шмурдят. Ой, как я пахну, всевозможно, эта рука у меня. Не шмурдят спиртягой. И это очень хорошо. Вот такие вот упаковочки. Но, я все сейчас подпишу. Но по некоторым позициям, моя Лена знает их запах оригинальный французский. И вы услышите ее, как говорится, отзыв об этой косметике. Вообще человек, который вот сейчас она должна ко мне прийти в гости, она не знает за эту посылку, все по-настоящему. То есть я никогда не делаю скидки, даже если это моя подписчица, даже если это ее ребенок работает в этой конторе, все равно. Но пока я скажу вам одно. Сейчас я то, что я заказывала и что мне пришло, скажу правильно или неправильно, тоже это минус или плюс будет. Ну и потом... Главное, это запах и сходство этого запаха с оригиналом. Так что ждем Ленуську, не прощаемся. А я захожу на сайт и подпишу, что где. Так, ну что, мои хорошие, пришла моя Ленуська. Я ее даже не раздеваю, честь, видите. Здравствуйте, но дорогие. Дело в том, что она просто пользовалась некоторыми духами, и вот она знает запах. Я ей сказала, не надо тут рассказывать, что это все красиво, потому что каждый покупатель не дурачок и знает. Я вот нарезала ей даже бумажек, приход, уже открывала как село. Я тебя, знаешь, что прошу? Вот Арман Бази, вот ты пользовалась. Да, открой. У меня были все ароматы. Ну, у тебя красивая бутылочка была. Да, красненькая, да, была, с беленьким. Она на сайте так и есть, конечно. Ну, понюхай и скажи вот свое, как ты... Сейчас. Так уж учти, что нюхать придется много тебе. Кофе нет. Надо сказать, ковальчику пусть несет. Да, кофе. Ну, похоже, да, похоже, очень даже похоже. Вот мне это понравилось. Я вот у тебя нюхала, то... Но я люблю свежие запахи, мне это нравится, да.
Даже ну, вот смотри, да. Ну даже это же туалетная вода, ну не шмырдыть, помнишь, как я вот заказывала? Что там такой... есть, да, на разлив есть по там, 15 миллилитров, там прям вообще слышится спирт. Тебе нравится это, да? Это да. То есть можно купить, это можно. Довольно-таки. Да. Это, да. Похоже. Я подписала, я уже подписала коробочки, пока мислены не было, видите, вот и понаписывала, как называется, мужское, женское. Угу. Значит, все, значит... Да, это похоже, очень похоже. Кельвин Клайн? Клайн? Нет, это Арман Бази. А, ты Арман Бази нюхал? Да, да. А. Он первый стоял тут. Ага, ага. Я Арман взяла... Бази. Да, да, точно, Арман да. Бази твой запах, да, да. Да, да, да. Ну давай дальше. Вот Том. Том Форд. Давай, Том Форд. Ну, Том Форд, я тоже знаю, я искала его сегодня же. Есть какой-то Black Orchid или как-то так называется оно. Вот здесь написано, вот у Ленусика. Не, ну это. Вот. Да. Бутылки у них, я поняла, не делают. Не, не, да. Бутылки это не разлив, на разлив, они делают Франция. Ну. Дай мне. Я же, знаешь, сейчас зареклась это рекламировать, но это так, как уже знакомые. Не. Не таке? Не, понюхай. Ну, это то, что я говорю, что оно пахнет фенхелем. Вот оно пахнет фенхелем. Не, ну это тоже для любителя. Наверное. Не, ну конечно, это более для взрослой женщины, так считаю. Да. Очень сладкие, очень. Я такие, это не мой. Это сладкие, да? Да. Ну, мне оно фенхелем. Да. Может, оно на теле по-другому будет? Ну, уже открывается на каждом по-другому. Ленусика берет, приходит и ко мне говорит, смотри, давай будем нюхать. Она в сумку выкладывает такие штучки. Я говорит, я хожу 3 часа, и как оно открывается? Не, ну я брызгаю на себя тестер и хожу, как оно по магазину, могу час ходить. Открылась мою, я возвращаюсь и покупаю. Так, короче, это у нас что? Том Форд. Том Форд, женский. Да, ну, женский. Лена сказала, что это просто не ее запах. Нет, это не мое, может, кому-то нравится. Да, да. Более взрослый. Я сейчас кому-то подарок подарю. Я сейчас пользуюсь Gucci Flora B. Очень-очень мне нравится. Что-то я... ты открыла. Это у нас Calvin Klein. Угу. Да, Арман Бази. Да, Арман Бази похож очень. Ну, ты знаешь, она немножко... Посмотри, она немножко вздыхает, и вот так еще и ничего, да? Не, ну это... Но это не твое. Не. Такие эксперты сидят вообще. Нет, ты у нас эксперт сидишь по Франции у нас. Это... Это тоже мне нравится. Вот это. А что это? Тоже такое ничего. Calvin Klein. Да, я посидя понимаю. Ага. Да, такое. Боже, да, свежий. Вот я тебе скажу, что... Свежий. Как это называется? Том Форд. Том Форд. Очень томно. Очень томно. Знаете, такое оно... Ну, приторное. Приторно, да. Это на любителя. Это да. Это ничего. Значит, это ничего. Помнишь, Вовин подарок? Помню, помню это. Шанель это, номер 5. Да, да. Девочки, деньги, подарок от души. Блин. Человек деньги такие, да. А привез Алина, говорит, ты что, издеваешься, мне не 70 лет. Это начало на любителя. Да. Так, ну давай теперь мужчин. Я их удачно продала. Мужчин, понюхай, пожалуйста. Вот тоже Calvin Klein, только для мужчин. Но Hugo Boss нету, ребята. Не знаю, почему-то не прислали. Вот я понаписывала здесь, видите. Так, что мы там? Вот берем. Эксперты. Так, это у нас эксперты Calvin Klein мужские. А ты этот, Сашенька. А Сашенька варит картошку. Боже, хозяин. Ну, здесь об этом говорить нельзя, потому что это видео не о том. А борщик? Ну, это мужской, да, стандарт. Дай понюхай. Стандарт. О, да, 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 да. О, это хорошо. Это что у нас? Calvin. Это хорошее. Лидер, лидер у нас. Лидер. Женский. Нет, пока мисс не очень устроил по нашему вкусу это этот фенхель. Так, и это что у нас? Килен или Килан? Это мужское, это мужское. Это вообще размытое. Сейчас, это тоже такая ручка, я найду. Я открыла вот сайт, сейчас мы найдем. Сейчас мы найдем. Вот мне нравится вот этот мужской, Кристиан Диор. Вот мужской, у меня есть да. Кристиан Диор, сейчас мы его попробуем. Фаренгейт, мужской Фаренгейт. Вот, нет, а, вот Кристиан Диор я выписала, вот мы ее нюхали уже, нет, еще нет, не нюхали. Фаренгейт я сегодня тоже в Браквардии была. Там. Мы Кевина сейчас, да. Кевина понюхали. Кевина. Так, так, а вот это у нас сейчас Кевин. А это вот угу. Килиан. Килиан. Вот он. Не знаю. Я не слышала, давай понюхаем. Это тоже. Они не мужские, все на для мужчины тоже. Они мне. Все, они, на один запах какой-то. Ну, такой ровный вообще да, запах, ровный, честно, да? Свежести, да. Да, для мужчин, да. Для мужчин довольно-таки. Да. Женщины, милые сейчас женщины, будем. Зачем вот это вот, если стоит фирменное сейчас там... Сейчас будем Сашку по запаху искать, по занасыпу. Большие деньги. А тем более сейчас акция большая у них. Заказывайте и дарите. А сколько его срок годности? Накупил и пусть стоит. Так, и еще давай последний. Давай. Что мы? Кристиан Диор, да? Диор, давай. Да. То есть мужские вообще. Не, мужские все хорошие. Хорошие, да.
Ну, давай, крестил. В доме буду я сейчас, да. Ничего. Ну, они не все одинаковые. А, ну, да, не, ну, ну, есть нотка какая-то, но все свежие. Все хорошие. Свежие, да. Все да, три. Да. Нет, это вот это как-то самый такой ненавязчивый, самый легкий такой, да? Да? Вот так брызни хорошо, что жалко. Да ну, друг же. Сейчас мы будем подарки дарить. Ну, я, честно говоря, я говорю, что я выбирала сама из разряда тех, что я хотя бы слышала. Там, конечно, очень много. Ну, пока у меня Кельвин Клейн самый лучший. Ну, я просто мужские, знаешь, как... Ты отвыкла от мужчин. Да, мужчина, да, в командировке, да, да, да. Уже... Ну, все, значит, тогда я Вове подарю одни. Да. Это Вова муж, это мой друг. Да, 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 да. Ну, что я вам хочу сказать, что... Все-таки нет, здесь... цена отличная, и... нету запаха спирта, отлично. Да, да, потому что в дешевых этом... обычно, ну, в пробниках даже носят, то, даже пробники, когда носят, мне на работу часто приносят, пробники, сразу открываешь, оно сразу... А это спирт, да. Ну, да. Оно даже, знаешь, где-то вроде приближают запах, а потом где-то оно улетучится, получается оно ничего. Оно же люди ведутся, 25 ну... гривен, 50 гривен, оно же дешево. Ну, а... ну да, 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 да. А ну, куда? То есть нам вот этот вот... Нет, Том Форд, это ну, не тот этот. Вообще. Вот, нет, может, а, Том Форд, да, 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 да. Бутылка, она, вот если брать то, что я заказывала, бутылка оригинальная, похожая, но вот на разлив она чуть-чуть... Но это на любителя тоже. Тоже да, на любителя. Да, может, кому-то, так что, да. Линуся, спасибо тебе большое за это. Если да. что еще надо будет такое, то я тебя приглашу. Да. Вы хорошо пахнете, смотри, как, да? Вот это да. Отлично. Да. Я даже не помню, что это, но отлично пахнет. Мужской. Мужской, да? Да. Так что да, большое да, спасибо. Да. Иди к своему. Пошла, спасибо иди. Большое за пошла, то, что о, ты... Мой бобер. Давай, бобер, то, что ты подсказала мне. Это очень хорошая информация, чтобы не говорили, что, знаете, мнение одного человека и мнение двух человек, и тем более, что она только пришла. Так, я хотела сказать, сейчас одну секундочку хотела посмотреть. И Нина Ричи есть, и Лакосте, все есть. Так, Арман Бази, так, там у них акции. Но вы будете сами, дорогие мои, звонить. Я просто хочу сейчас вот покрутить, потому что я сама. «Парфум де Париж». Парфюмерия из Франции, отборного качества, со стойкостью до 24 часов. Я вам сброшу, есть женская парфюмерия, есть мужская, я вам сброшу ссылочку. И, ребята, мои хорошие, вы знаете, что мое отношение после того, как я обожилась, я специально, вот Лена ко мне пришла и так совпала. То есть, мужские запахи просто прекрасные все. Женские. Вот Арман Бази, Лена пользовалась, она вам говорила, очень долго. Очень-очень похожи. Очень. Так там Арман Бази такая манюсенькая бутылочка, здесь большая бутылочка. И потом наша с ней, вот, как говорится, совпало, что Том Форд как-то, ну, что-то, я не знаю, почему я его заказала, что-то... Мы недопонимаем. Может, не для нашего. В каждой женщине, у каждого мужчины есть, у мужчины есть свой любимый запах, любимый аромат. Поэтому всех под одну линейку мерить нельзя. Спасибо вам большое. Не буду называть имени, отчества, не подписчицы. Спасибо большое фирме за то, что прислали это все. Ну, я сделаю вывод, что... можно, нельзя, раз, как раз обжегся и уже не доверять никому. Нет, мои хорошие, стоит доверять. И вот на сегодняшний день то, что мне пришло, и пришло еще с запасом, то есть, может, даже пару ароматов я среди подписчиков разыграю, потому что вы понимаете, что себе оставлю, Саше, и один получается на розыгрыш. А мужские не получится, потому что я пообещала уже Вове, и у меня двое мужиков. У меня три бутылочки. Но можно заказать. Сейчас акция, что я и сделаю. Это не так дорого. Так что подарок подарку. А если я бы покупала, я бы вытащила денежки из кошелька и купила. Так что я вытащу и куплю еще по одному запаху для мужчин, которым я хочу подарить. Ну, а здесь посмотрим. Не обещаю, что будет розыгрыш именно с парфюмерией. Вы понимаете, что парфюмерия, она всегда даже туалетная вода. Но если она хорошая, если она отличного качества, не хочется ее раздавать, потому что для себя всегда жалко купить. Но все мы любим, приятно. Прекрасно пахнуть. И мужчины то же самое, не только женщины. Так что спасибо большое. Посмотрите это видео. Никто вас за шею не давит. Пожалуйста, посмотрите. Зайдите на сайт и сделайте вывод. Пообщайтесь, и вам все расскажут.
Спасибо большое за то, что смотрели видео. И спасибо большое фирме, которая Parfum de Paris, которая прислала мне эти прекрасные парфумы. Знаете, случайных встреч не бывает. Вот тому подтверждение. До новых встреч. До свидания.